В налоговой инспекции прошел день открытых дверей. Жителям городского округа напомнили о том, что до 2 декабря необходимо погасить налоги – транспортный, земельный, имущественный. А тем гражданам, которые имеют право на налоговую льготу, необходимо представить заявление и документы, подтверждающие налоговую льготу. Данное заявление можно представить любым удобным для налогоплательщика способом. Посредством личного визита в инспекцию или МФЦ, почтовым направлением, а также с помощью интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Самым популярным способом по-прежнему остается интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика», который позволяет дистанционно выполнить широкий спектр действий без визита в инспекцию. Для получения доступа к личному кабинету нужно единожды обратиться в любой налоговый орган с документом, удостоверяющим личность.